Истец требует снять с регистрационного учета и принудительно выселить бывшего собственника из квартиры. Ответчик просит признать договор купли-продажи недействительным, заключенным под влиянием заблуждения. Пожалуйста, Борис Дмитриевич, я вас слушаю. Обоснуйте свой иск. Почему просите ответчицу снять с регистрационного учета и выселить? Ваша честь, я являюсь собственником квартиры по договору купли-продажи. Я приобрел квартиру общей площадью 32 квадратных метра за 1,5 миллиона рублей. Это однокомнатная? Однокомнатная, да. Так. Бывшая собственница Татьяна Ивановна Короткова, она сама ко мне обратилась с просьбой о продаже квартиры. Угу. Я обратилась о займе. Подождите вы. Я посмотрел квартиру. Квартира у нее уютная, чистенькая. Мне очень понравилось. Нанял риэлтора, чтобы та проверила данный объект, та проверила документы. Татьяну Ивановну попросили взять справку из психушки, нет, что она не состоит на учете. Я не знаю. Так. Все складывается хорошо. Мы договор купли-продажи совершаем. Я даю Татьяне Ивановне месяц на сборы, потому что она хотела переехать к старшему сыну в Екатеринбург. Никуда здесь муж у нее умер, здесь она совсем одна, делать нечего у нас здесь, в Донкове. Далее. Я хотел маму перевести к себе поближе. Маме квартира тоже очень понравилась. У ней первый этаж, район спокойный. Кстати, мама мне дала половину суммы добавил я. И вот. За сколько вы купили квартиру-то? За 1,5 миллиона рублей. Полтора миллиона рублей. Все складывается отлично. Через месяц я приезжаю к Татьяне Ивановне забрать ключи. Она меня не пускает на порог, говорит, что это ее единственное жилье. Я не имею права ее его лишать. Меня как обухом по голове. Просто я купил квартиру. Мама у меня в деревне продала дом. Она сидит да на чемоданах. Она займ. Пьет успокоительные целыми горстями. И что? И что теперь делать? Татьяна Ивановна написала на меня в прокуратуру. Говорит, что если я к ней приду, я буду высаживать дверь, она вызовет полицию. Я не знаю. Ваша честь, вот что мне делать? Мне единственное, что остается, это обратиться в суд. Я требую принудительного выселения и лишения регистрации. Договор купли-продажи. А? Договор купли-продажи. Пожалуйста. Давайте все вы, что у вас еще там? Это передаточный акт. Акт передачи чего? И в Росреестре чего? Мы должны были денежных уже заключить средств? Сделку. Так. Да. То есть 1,5 миллиона по акту. Наличными. Были переданы. Угу. И договор миллион. Купли-продажи квартиры. 1,5 миллиона рублей. Так. Понятно, ваша позиция. То есть вы как собственник просите бывшего конечно, собственника конечно, у меня снять с регистрационного учета и выселить из квартиры. Да, понятно. Да, да. Я так хочу свою пожалуйста, квартиру. Татьяна Ивановна, как вы относитесь к заявленному иску? Ваша честь, я не признаю этот иск и угу. выставляю свой ответный иск. И да, прошу вы просите вас признать этот договор недействительным. Да, признать почему? Этот договор недействительным, потому что он был заключен под воздействием. Каким воздействием? Заблуждение. Вас ввели в заблуждение? Да, меня ввели в заблуждение. Относительно этот чего человек, вас ввели в заблуждение? Он меня обманул. Каким образом? Ну, смотрите. Значит, он мне привез 1 миллион рублей наличными. Так. Не 1,5 миллиона, как он говорит, а 1 миллион. Квартиру я не собиралась продавать, и никуда уезжать я не собиралась. Я вообще не нужна своим сыновьям. У меня просто была затруднительная материальная ситуация. И я обратилась в банки, чтобы занять этот Татьяна миллион. Татьяна Ивановна, какой банк-то? Вы так, продали? Так вот, я слушаю ответчика. А, вы мне мешаете. Хорошо, извините. Я обратилась в банки. Банки я пенсионерка, мне не дали. И добрые люди мне посоветовали обратиться к человеку, который дает в долг такую сумму под расписку. Дали его телефон, я ему позвонила, он приехал ко мне. К ростовщику, да, обратиться вам посоветовали? Добрые люди. Как его назвать, люди? Борис Дмитриевич? Ростовщик, значит. Значит, я ему позвонила, он ко мне приехал. Мы с ним все обговорили. Я ему сказала, что мне нужен миллион. Он
сказал, что нужно подписать договор. Только в договоре он пропишет не миллион, а 1,5 миллиона. Что 500 000 он заберет как, значит, за услуги займа. Мы подписали... Проценты меня... как будто бы, да? Да, уже? Да. То есть он дает вам 1,000,000, а вернуть вы должны 1,5. Да, он дает мне 1,5 миллиона. То есть 1,000,000 на руки он мне дает. И я должна ему вернуть 1,000,000 через год. Меня эти условия устраивали. А 1,5 почему тогда написали? Я не понимаю. Почему тогда 1,5 миллиона? Ну, я не знаю, он мошенник, наверное, поэтому он да так какой написал. Я вам мошенник, он Татьяна Ивановна? Он меня запутал, заблуждение ввел. Подождите, то есть значит, вы не квартиру меня... продавали, нет, а вообще-то я не продавала квартиру. Займ брали? Это был договор по займу. И я, ну, меня а вот, это услышала. А у вас есть этот договор? А эти договоры, два договора, которые меня устроили. Ну, одна копия должна остаться у вас, один экземпляр. Так он забрал два договора, сказал, что нужно оформить в Росреестре. Я ему поверила и отдала. Договор займа в Росреестре? Так вот, я прошу вас поверить мне, что я подписала договор займа. Меня ввели в заблуждение. Это был подписан договор в заблуждении. Я не могла подписать договор по-другому. А чем это доказано, Татьяна Ивановна? Купли-продажи никакой не было. Я не собиралась продавать квартиру. Ну что ж мне, как старую мебель выбросить на помойку? А куда мне идти? В дом престарелых или на улицу, что ли? А зачем вам понадобился 1,000,000? Зачем такая существенная сумма? Я вам сейчас все объясню. Значит, вот журналист... Я ей выписала доверенность, она от моего имени по доверенности. Она сейчас все вам расскажет, потому что я в этой схеме ну хорошо, сама давайте. Не могу разобраться. Светлана Александровна, и вот сначала обманщика. Доверенность. Пожалуйста, накажите. Доверенность мне, пожалуйста, свою на представление интересов ответить. Я передам сразу вот все документы, да, которые все у меня сразу есть. Я будете все сразу пояснять, вам я буду... знакомиться да. с документами. Пожалуйста, да. Вы журналист, как я да, помню. Да, я журналист. Так. Я узнала об этой ситуации совершенно случайно. Мне моя знакомая сказала, что ее соседка попала в лапы к мошенникам. Так. И поскольку она такой очень доверчивый человек, на самом деле я думаю, что она сейчас не до конца верит, что ее обманули, потому что она и у меня просила 150 тысяч рублей, чтобы оплатить ячейку в банке, в которой якобы лежит 1,000,000. Собрано уже достаточно материалов, которые переданы в правоохранительные органы, и уже возбуждено уголовное дело в отношении пока не установленных лиц, но я думаю, что если копнуть глубже, то одно из этих лиц достаточно установлено. Ваша я честь. Вот передала так, то есть, все документы. Вот, возбудили, да, мошенничество? Да. Так. Да. Ага. По заявлению Светланы Александровны. Да, я хочу это рассказать. Какое-то другое дело уже. Это не по моему делу. У меня какое дело? Квартира. У меня мама в деревне. Ты хочешь у меня мама продала дом в деревне. Это... подождите, а какой другой? Еще другие дела не, есть ну, в отношении вот вас дело? Возбудили? Дело-то. Нет, почему? Вот это же ну, вы подозреваемый мошенничество. Вы подозреваемый. Дело-то возбудили, значит, какое нашли основание. По 159-й статье. А я при чем? А вы не в курсе? Нет, а я тут при чем? Вот ознакомьтесь с постановлением. Пожалуйста, Павел, передайте все постановление. Возбудили против вас дело уголовное. Представляете? Так. Да. Вы сказали, дважды обманули. Дважды. Это... Вот я сейчас хочу рассказать немножечко подробнее. Помимо вот той ситуации, которую сейчас озвучили, есть еще некая мошенническая схема. Пожилым людям, в данном случае Татьяне Ивановне, позвонили якобы из прокуратуры и сказали, что в отношении компании, которая продает БАДы, проводилась проверка, и теперь Татьяне Ивановне положена компенсация 580 тысяч рублей. Татьяна Ивановна в это поверила, во-первых, потому что, я, как я говорила, она очень доверчивый человек, а во-вторых, она действительно в некой компании приобретала БАДы, у нее сахарный диабет, она надеялась вылечиться, но, к сожалению, стало только хуже. Поэтому она, в принципе, легко в это во все поверила и перевела мошенникам 35 тысяч рублей в этой системе быстрых денежных переводов по номеру телефона. Чтобы получить эти деньги, нужно перевести 6% от всей суммы, а еще оплатить услуги инкассаторов, чтобы ей в целости и сохранности доставили эти деньги, и потом ей возместят вот эти 6% и инкассаторов. Понятно. Вот она перевела эти 35, потом на следующий день сняла деньги, перевела еще 116, и ей позвонили якобы из отдела безопасности и сказали, что вы знаете, допущена некая ошибка, и все это уже не действительно нужно заново перевести 150 тысяч рублей. Конечно, таких денег у Татьяны Ивановны уже не оказалось. И тогда они сказали, вы знаете, именно сегодня повышена эта компенсация до 1,000,000 рублей. Но если вы сейчас не заплатите 150 тысяч, вы уже не получите эту сумму.
Но, как добрые люди, мы дадим вам совет обратиться к нашему там знакомому или просто хорошему человеку, и он даст вам в долг 1 миллион. И вот Татьяна Ивановна обратилась вот как раз к этому человеку. Угу. Они встретились. Она подписала, как на тот момент полагала, договор о займе. Я верю, что ее ввели в заблуждение. Подписав это, она действительно получила наличными 1 000 000 рублей и сразу же перевела уже 250 тысяч, потому что там ставки повышаются. Потом ей позвонили и сказали, вы знаете, еще нужно страховой взнос внести. Это вам будет как прибавка к пенсии потом. Она и эти деньги перевела, хотя ей бы остановиться и понять, что из нее просто вытягивают деньги, но этого не произошло. И в итоге она перевела 550 тысяч рублей на разные телефоны. Там вот приложены скрины всех переводов, вы можете это посмотреть. Я, конечно, не удивлена, что этот миллион она не получила, как и 1 000 000 обещанной компенсации она не получила. Я снова приехала к ней, чтобы поговорить. Она пыталась опять занять деньги в долг, все еще веря в эту схему и в эту компенсацию. И тут ей позвонили с прокуратуры. Я взяла трубку и сказала, зачем вы так поступаете с пожилым человеком? Зачем вы все это делаете? И я все равно выведу вас на чистую воду. И тогда в мой адрес посыпались оскорбления. Я включила диктофон и записала кусочки. Я могу сейчас да, вот пожалуйста, включить. Поставьте. Ты кто такая, тварь? Я тебя отвезу в общагу и по кругу пущу. Давно жду. Очень хочу вас увидеть и отправить вас за решетку. Это вот вам якобы представитель прокуратуры. Да, это якобы прокуратура вот со мной так очень мило пообщалась. Потом, по, опять же, какому-то фантастическому стечению обстоятельств позвонил истец. Ну, якобы узнать там, как дела, как себя чувствует Татьяна Ивановна. Я снова взяла трубку и говорю, а вот зачем вы дали пожилому человеку 1 000 000 рублей, которого вы даже не знаете? И включила, конечно, заблаговременный диктофон. Он начал мне что-то говорить о том, что она ему как мать, а он там хотел о ней позаботиться. И знаете, что я сразу поняла? Что девушка, голос что вот несете? Того звонившего я из прокуратуры... Я с вами и вот не это разговаривал истец, помолчите. Да я не звонившего из прокуратуры и вот этого вот человека, это один и тот же голос. Я не специалист. Какой я сразу все отдала на экспертизу. Независимую экспертизу, не по линии МВД. Результаты этой экспертизы... Вот эти заключения, да? Да. Я также вам... собственно, передала вот сейчас. Ваша честь, и где я запись хочу со мной? Понять. Я слушаю представителя ответчика. В прокуратуре запись. То есть подтвердила исследование мои слова о том, что голос мои совпадает. Предположения, да я не говорил с тобой никогда. Ну, здесь нету указание на то, что это голос именно истца, да, но то, что совпадают идентично его голос, когда он звонил с тем голосом представителя якобы прокуратуры, это есть, да. Ну, опять же, эти записи же все есть. И вы это все передали в правоохранительные органы. Да, я все туда передала, и, соответственно, да, и передала все в правоохранительные органы. И они возбудили дело, да? Да, возбуждено. Постановление мне верните, пожалуйста. Ну и, собственно, я очень надеюсь, что все это будет разъяснено, все мошенники будут наказаны, ну и, конечно, квартира останется за Татьяной Ивановной. Угу. У меня больше нет вопросов. Суд удаляется для вынесения определения. Прошу всех встать. Далее в программе. Я просто считаю, что это как минимум морально некрасиво. А морально красиво обещать зарплату в 100 тысяч, а платить 28. Потрясающе. Есть ли разница при покупке кондиционера от крупной компании или от частного лица? Что грозит продавцу и покупателю, если сделку признают мошеннической? Ты мужик. Ты должен отвечать за свои поступки. Все. А я слабая девушка, я сама нуждаюсь. Не буду я платить эти деньги, это ты должна платить. Удастся ли сексуальной красотке соблазнить представителя страховой компании? Чего она хочет добиться, выставляя прелести на показ? Узнаем в суде. Оглашается определение суда. Суд определил производство по гражданскому делу приостановить. До рассмотрения уголовного дела, возбужденного по факту мошенничества, совершенного в отношении ответчицы. Также суд по собственной инициативе принимает обеспечительные меры по встречному иску и накладывает запрет на совершение регистрационных действий в отношении спорной квартиры, дабы пресечь отчуждение недвижимости третьим лицам и выбывание квартиры из собственности истца. Дело приостановлено.
Прошу всех встать. Решение суда. Производство по делу приостановить. У меня мама в деревне продала дом, она ей жить негде. Какие-то бабки, какие-то переводы, какие-то мошенники, прокуратура. Моя квартира, где я купил ее? Я надеюсь, что мне не придется жить на улице или в доме престарелых. Надеемся, вы никому ничего не должны. Да скажите, за что я должна что-то платить? Может, потому что вы опорочили ее честь и достоинство? И вам не придется рассказывать самые интимные подробности своей жизни. Да, спала с этим старым козлом. А понаблюдать за откровениями других можно здесь. Нет, я отыграю, стой, ну не надо! Ты дал деньги, отыграется он! Лечиться тебе надо! Лечиться тебе надо! Дела судебные. Деньги верни. Без этих денег смерть мне. Ты же тещу мою знаешь. Не пропустите. Истец просит с работницы упущенную прибыль. Ответчик считает, что действовала законно и имеет право продавать товар от себя лично. Я слушаю обоснование вашего иска. Я являюсь учредителем фирмы, которая занимается поставкой и монтажом систем кондиционирования и вентиляции. А Лунина Ольга Юрьевна проработала в моей фирме менеджером по продажам с апреля 2021 года по август 2022 года. Угу. Была поймана фактически на мошенничестве. Каждый менеджер по продажам в моей фирме имеет льготную скидку на закупку кондиционеров. Специальная цена, особенно она действует в сезон, когда спрос является максимальным. Стандартная закупка 50 тысяч рублей, менеджер имеет право закупать по 20 тысяч рублей. Наоборот, 20 тысяч рублей его закупка, а мы покупаем за 30 тысяч рублей. Вы даже на нас наваливаетесь. Это не важно. Важно. Это не важно. Это льготная скидка, угу. И на нее каждый менеджер имеет право. Ольга Юрьевна решила воспользоваться этой скидкой и организовала свое ИП. Но действовало это ИП на территории моей фирмы, в моем офисе. Сейчас я об этом расскажу поподробнее. Так, давайте поподробнее. Она искала своих клиентов. И о чем, кстати, у меня есть справка. О закупке 30 единиц кондиционеров на свое ИП. Вот эта справка, она есть у меня. Так. Эти кондиционеры она хранила на моем складе. Со своей скидкой? Именно так. А давайте сейчас, Сергей Семенович, конечно, значит, конечно. Закупаете вы, почем кондиционер? Закупаете, вы же где-то их покупаете, по не сами же по 20 тысяч рублей. По 20 тысяч рублей. Именно. Поскольку, за какую цену имеют право покупать ваши работники? По 50 тысяч рублей, Ваша честь. По 30. По 50 или по 30? На тот момент по 30 тысяч рублей, я прошу прощения. По 30 сейчас, тысяч рублей. А за сколько вы продаете их обычным потребителям, клиентам вашей фирмы? В сезон, Ваша честь, цена составляет 120 тысяч рублей. Нормальная наценка? Конечно. В сезон 120? Да, именно это так. Летом в жару, да? Именно так. А не в сезон? Не в сезон. 120. И не в сезон 120. Не в сезон бывают разные цены. Mm-hmm. Бывает и 120, да, действительно. Ага. Да. Действительно. Понял, хорошо, так. Давайте теперь поподробнее про ИП. Да, она открыла ИП, закупила 30 единиц кондиционеров, положила на мой склад и реализовывала своим клиентам. При этом, я подчеркиваю, пользовалась средствами связи, пользовалась компьютером, в котором есть платные программы, весьма дорогостоящие, пользовалась, опять же, складом, пользовалась всем, что принадлежит моей фирме, соответственно. И при этом еще она получала оклад в размере 28 тысяч рублей в месяц по трудовому договору, который также у меня есть. Это у вас зарплата у менеджера 28 тысяч? Именно так, 28 тысяч рублей. Когда кондиционер стоит 120? Ольга Юрьевна подписала договор и... То есть, правильно я понимаю, Ольга Юрьевна, работая в вашей фирме, она как бы и на вас работала, используя все ваши там средства связи, все, и вам клиентов на ваши кондиционеры искала, ну и со своей скидкой продавала своим клиентам, да? Как бы за ваш... Именно так. Именно получается, так, как честь. Вы думаете, да. За ваш счет, да? То есть да, именно так. Со своей скидкой покупала, каким-то своим клиентам перепродавала. Да? Да, именно так. Но да. Нюанс состоит в том, что это все происходило в моем офисе, и моя фирма не досчиталась.
определенных денег, а именно 600 с лишним тысяч рублей. Вот за эти 30 кондиционеров? Именно так. Это то, что доказательно на данный момент подтверждено. А с вами заключен у Ольги Юрьевны трудовой договор. Именно так. Она официально вот у вас работает, конечно, менеджер. Конечно. Так, давайте мне все документы. Свои обязанности на рабочем месте я исполняла. То есть вы считаете, если мы все это как бы подведем к общему знаменателю, что Ольга Юрьевна увела у вас 30 клиентов, правильно? В точности. Сама там на этом заработала через свое ИП, именно, и вы эти суммы недополучили. Именно вот так в этом состоит ваша упущенная выгода, да? Да. А еще вот по заработной плате что-то вы просите вернуть заработную плату? Именно так. 600 тысяч рублей – это сумма, которая была утеряна на реализации тех самых кондиционеров. Так, это и, понятно, да, упущенная 28 тысяч рублей в месяц за два месяца, когда мы ее поймали о мошенничестве. Если позволите, я расскажу, как это было. Да, как вы выяснили. Конечно, да. Как я и говорил, у нас сеть фирм, и один из филиалов я в начале лета уехал развивать в Пермь. Мы открыли там филиал, и я поехал его развивать. Угу. Дела здесь оставил на свою супругу, но Ольга Юрьевна оказалась хитренькой особой. Она специально дружила, так сказать, с моей супругой, навевала пыль в глаза. И моя супруга немножечко расслабилась и совсем не следила, какие документы, что оформляла Ольга Юрьевна. Я... приехав уже в конце сезона, посмотрел отчеты, понял, что прибыль немножко меньше, мягко говоря, немножко, чем мы ожидали. Но бизнес есть бизнес. Но произошел случай, который и раскрыл всю эту аферу. Потому что я подчеркиваю, она аферистка. Именно так. Позвонил клиент, один из наших клиентов, который, кстати, до этого какое-то время нам не звонил, тут он объявился. Во-первых, он потребовал исключительно и категорично госпожу Лунину к телефону. Ее не оказалось, к моему счастью. И далее он начал требовать кондиционеры, которые он закупал ранее по скидочной цене в 50 тысяч. Он потребовал еще, мол, нужно еще теще, нужно еще брату, хорошая цена. Но мы оказались в шоке, потому что этой цены уже давно на тот момент не было. Сезон, самый разгар сезона. И такая цена просто невозможна. Продали бы по 50. Послушайте, что-то было секундочку. Бы откройте вас смутила цена, которую озвучил да, клиент. Конечно. Мы открыли все начали отчетности. Разбираться и увидели, что... После этого состоялся разговор. После непродолжительного разговора Ольга Юрьевна действительно созналась. Все рассказала, после чего мы решили, что она уволится. Но где же деньги, которые я не досчитал? Я хочу получить их и чувство справедливости. Угу. Ваша позиция понятна. Ольга Юрьевна, как вы относитесь к заявленному иску? Я ничего не собираюсь ему возвращать. Ну, я действовала законно. Я же открыла ИП специально для того, чтобы эту деятельность осуществлять. Да. Я плачу все открыли налоги. Вот у меня есть справка о том, что я налоги уплачиваю. То, что я выставила цену ниже, чем у него, я имею на это полное право. Вот вдумайтесь, в закупке кондиционер стоит 20 тысяч рублей. Нам он продает уже с наценкой за 30 тысяч рублей. При чем тут это? Я через ИП продаю по 50 тысяч рублей, когда он по 120 в сезон. Через ИП это в просто, моей фирме. Это просто не по-человечески. В моей фирме. И я хочу отметить, что то, что я то индивидуальный предприниматель... То есть ваша наценка, там, без ну, учета меньше, налоговых вычетов, составляет 20 тысяч да, с кондиционером. Да. Слушайте, это рынок, я имею право ставить цену такую, какую считаю нужной. Да, правильно? Конечно. Правильно. Конечно. И плюс то, что я являюсь индивидуальным предпринимателем, никак не препятствует в чужом мне... офисе. Никак не препятствует мне работать условно на дядю. В чужом офисе. В чужом офисе. И что? А то, что если вы ИП, значит, вам нужно организовать свою фирму, найти свой офис, купить компьютеры, наладить телефонную связь, наладить интернет. Все это, естественно, оплатить здорово за свой счет. Вот тогда, здорово. В общем, если вот бы не этот клиент, поймете. Вот этот Федоров, которому я предупреждала, что такие цены только спасибо у меня. Спасибо. Вы знаете, я, во-первых, свои обязанности все выполняла на рабочем месте. Не нужно меня здесь называть мошенницей и прочее. Я работала параллельно. Но уволились-то вы по собственному желанию. Ну, именно так. Да, конечно, так я уволилась по собственному конечно желанию. Но это не суть. Я все свои рабочие обязанности выполняла. То есть я всех крупных клиентов проводила через его фирму. Все было идеально. Я просто... Вот люди, когда отказываются, ну, им дорого 120 тысяч, я уже там потихонечку ой, слушайте, предлагала им за 50 господи тысяч рублей. То есть эти клиенты, они и так бы не остались у нас в компании. Они пошли бы дальше. Как, то есть я нет ничего... Я нет ничего. А, то есть вы себе забирали тех клиентов, конечно, которых не устраивала высокая цена, да, за установку кондиционера. Да, 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 именно так. На каком праве? И тогда вы им
предлагали уже свои условия, да, и они соглашались условия. На 50 в любом случае. Это выгоднее, чем 120. Да, этот Федоров не дождался тот звонка. Тот же самый кондиционер, да, начал звонить, и ну, в итоге вот ничего не получил. Так бы и теща, и брату там поставил по дешевке. Вообще я справедливость восстанавливала. Вот он сказал, что у меня зарплата 28 тысяч рублей. Да, по договору. Но вы понимаете, когда я устраивалась, мне обещали совсем другое. Мне сказали, что зарплата будет 100 тысяч. Мол, официально вот так. До 100 тысяч. Но будет. Ну теперь, естественно, до 100. А из чего остальная часть складывалась заработка? Оклад и проценты с продаж. Разумеется, я в сезон сделала 5 миллионов рублей компании. Вдумайтесь, 5 миллионов. Вы думаете, он мне что-нибудь заплатил? Ну, во-первых, это надо выяснить и поднять отчетность. Я ничего не получила. Я за 28 тысяч рублей без проходных выходных горбатилась в этом офисе. Но это еще не самое страшное. Бедная несчастная. Именно так. Вы подписали договор? Вы пришли на работу. Я поверила вам как человеку. Вы приняли мои условия. Вы сейчас совсем по-другому себя ведете. На собеседовании вы обещали другое. Если бы у вас забрали... Вообще, ладно, неважно. Отправной точкой к этому всему... Когда мой отец заболел, мне потребовались деньги на операцию. Почти 1 000 000 рублей. Когда отец Сергея Семеновича у руля стоял, покойный, он давал суды льготные сотрудникам на вот в таких ситуациях. Я обратилась к Сергею Семеновичу, но он меня вежливо послал и сказал, денег нет, но вы держитесь. Ну и что мне оставалось делать? А, сам приехал через пару недель, по-моему, на дорогой крутой машине новой. Да? И поехал по России колесить, открывать именно новые филиалы. Это в трудный для компании финансовый период. Что мне делать? Я подумала и решила открыть ИП, купить 30 кондиционеров. Может быть, у меня 30 родственников, например. Может же? Может. Конечно. И я всем своим родственникам решила поставить кондиционеры условно. Конечно. Я открыла ИП и начала вот эту деятельность. Но я подчеркиваю, что я не отбирала клиентов у него. Слушайте, я это свои бизнес обязанности. В бизнесе. Вы можете я это понять или нет? Я выполняла свои обязанности. Бизнес внутри я большого не отбирала бизнеса. Клиентов, всех крупных жалею. Клиентов, конечно, всех согласных конечно, на эту цену. Конечно, я оставляла ему, конечно. А простым людям я предлагала понял. Свою цену. Поэтому я считаю, что ничего противозаконного. Да. Вот давайте все-таки про закон. Да? Что, какой закон нарушил ответчик? Закон не моя прерогатива, ваша честь. Я просто считаю прежде всего, как истец, что бизнес в бизнесе это не совсем хорошо. Чем это запрещено? Я предлагаю разобраться в этом суду, потому что я для этого и пришел. Но я вас спрашиваю, может, у вас мнение какое-то? Я просто считаю, что это как минимум морально некрасиво. А морально красиво обещать зарплату в 100 тысяч, а платить 28. Подождите. Сергей Семенович, да. У нас морально-этические нормы законом не регулируются. Тем не менее, минимально я от них отталкиваясь, понимаю, что она даже не согласовала. Может быть, даже чисто гипотетически, вдруг я бы разрешил ну, открыть. То есть вы мне норму права, которую нарушил ответчик, назвать не можете. Поэтому предлагайте я мне считаю, самому определить, какие правоотношения между вами возникли. Я правильно? Вам в карман не залезала. Я считаю, что правильно. Она меня у меня обокрала. Больше нет вопросов, суд удаляется для принятия решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Ты мужик. Ты должен отвечать за свои поступки. Все. А я слабая девушка, я сама нуждаюсь. Не помощь, буду я платить понимаешь? Эти деньги. Это ты должна платить. Девушка превратила чужой раритетный автомобиль в дуршлаг, но считает, что платить за ремонт должен изменивший ей любовник. Но согласится ли с ней суд? Оглашается решение суда. Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон и оценив в совокупности все представленные суду доказательства, решил в иске о взыскании с работника упущенной выгоды отказать. Сергей Семенович, нужно создавать для своих работников условия, чтобы им было выгоднее работать на вас, а не на себя. Вот в чем ваша вся проблема. Все понятно? Спасибо. Дело закрыто. Спасибо. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Что тут можно сказать? Моему возмущению нет границ. А вот вы, госпожа Лунина, особо не расслабляйтесь. Я сделаю все, чтобы вы не нашли работы в этом городе никогда. Я сразу сказала Сергею Семеновичу, что нет никаких оснований подавать на меня в суд. Ну, заработала я немного, зато папу спасла. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Здесь действует правило. Кто первый встал, того и тапки. Если вы не можете вернуть свои деньги... Деньги верни! А, вот тебе! Если семейный скандал вот-вот превратится в развод... Ненавижу тебя, урод! Истеричка! Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Вы можете обложиться законами, по которым вам что-то положено. Но я всегда найду тот, по которым вам не положено ничего.
это бесплатно. Истец требует компенсировать страховые выплаты в порядке суброгации. Ответчик считает, что уже достаточно наказано приговором суда. Котов Илья Борисович, да? Да. Пожалуйста, я вас слушаю. Обосновывайте свой иск. Страховая компания, которую я представляю, заключила договор по КАСКО с Анной Петровой на страхование автомобиля раритетного в размере 500 тысяч рублей. Так. Автомобиль был успешно передан в автосервис к третьему лицу, к Смагину Алексею. Но получилось так, что в сам гараж проникла ответчица. И разгромила автомобиль так, что, в принципе, я не знаю, как его можно починить или нет, но нанесла ущерб на 500 тысяч рублей, но не учла одного, что сам гараж был оборудован камерами наружного и внутреннего наблюдения. И ее быстренько задержали и предъявили, и осудили по статье, часть вторая, статья 167-я, причинение вреда из хулиганских побуждений. Да, часть вторая хулиганских побуждений. Да, и ей дали условный срок. Наша страховая компания выплатила 500 тысяч рублей владелице автомобиля, но сейчас мы наша компания просит возместить 500 тысяч рублей в виде суброгации ответчицу. Угу. Как виновное лицо. Да. То есть какая-то клиентка, да, владельца этого автомобиля, застраховала его по полису КАСКО у вас. Да, да, да. Этот автомобиль стоял в сервисе Алексея Романовича, да? Все верно. Правильно? И его там уничтожила все верно, да. Диана Владиславовна. Ну, причинила ущерб на сумму 500 тысяч. Да. Вы своей клиентке эти 500 тысяч выплатили, и сейчас просите в порядке суброгации с виновного все лица верно. Взыскать. Понятно. Так. Пожалуйста, Диана Владиславовна, как вы относитесь к такому иску? Я не признаю этот иск. Почему? Ваша честь, но меня уже осудили за то, что я сделала. Да. На два года подтвердили условно. Вашу я уже вот отбываю... Вину, да, в том, что вы испортили этот автомобиль. А зачем вы это сделали? Что это за история такая вообще? Ой, ваша честь. Ворвались в автосервис... Дело в том, что я в данной ситуации я просто пострадавший. Я несчастная девушка, которая стала жертвой любви. Вот так произошло. Жертвой любви с да. кем? С автомобилем? Нет, с этим человеком, с Алексеем. Алексей, я тебя действительно очень любила. У вас с Алексеем да. Романовичем? Дело в том, что у нас были с ним серьезные отношения, и однажды мне сказали, что Алексей мне изменяет со своими клиентками, которые привозят к нему автомобили чинить. Я, естественно, ему это высказала. А он стал все отрицать и сказал, что это рассказывают мне люди, которые просто хотят разрушить наши отношения. И что на самом деле он неверный. Ну, так я решила проследить. Так. И правильно сделала. В один из вечеров в очередной раз подошла я к гаражу, посмотрела в окно, а он там имеет свою клиентку прямо на капоте машины, которую она туда привезла чинить. Естественно, я просто была в шоке, я туда ворвалась, я устроила скандал. Естественная реакция человека, правда, ваша честь? На что меня просто выставили оттуда. Он сказал, отвали от меня. Мало того, он ничего не стал мне объяснять, он не стал оправдываться, он просто выгнал меня из своей жизни. Он заблочил меня во всех соцсетях, в мобильном телефоне, везде. И я решила отомстить. Да, я решилась на месте, и через два дня я пробралась ночью в этот автосервис. У меня был ключ. Кстати, Алексей сам мне дал этот ключ, чтобы я могла его подождать. Не да, для если этого вдруг... же стал тебе. Ну да, что если ты где-то отсутствуешь, я могла там посидеть, тебя подождать. Так, в общем... вы туда не подождать его, естественно, нет, пришли. Нет, не для этой цели. Я туда зашла, в гараже я взяла дрель со сверлом и... наделала дырочек в той машине, на которой он сексом занимался. Дырочек да. наделали? Да, ваша честь. Это я просверлила... сколько там дырочек сделали ну, на 500 тысяч? Я просверлила и кузов, просверлила эти колеса, просверлила корпус зеркала заднего вида. В общем, везде, где только можно было. Ну, чтобы он понял, что он меня обидел. Понимаете? Ваша честь. Ну, я просто не привыкла, что со мной так поступают. А у него есть автомобиль? У него? У него есть. Так но вы бы его просверлили? Занимался на этой машине, а не на своей. И поэтому, что теперь? Ну, чтобы то есть вы испортили чужой автомобиль, потому что ваш молодой человек
налаживал не только автомобили клиенток, да? Ну да. И налаживал с ублажал, клиентками. Да, ублажал саму клиентку, там, а не только ее автомобиль, конечно же. Я вообще, Ваша честь, прошу прощения, считаю, что он должен выплатить эти деньги, а не я. Во-первых, объясню. Во-первых, почему? Потому что он виноват в том, что случилось. Он меня спровоцировал. А во-вторых, потому что ты мужик. Ты должен отвечать за свои поступки. А я слабая девушка, я сама нуждаюсь в помощи. Не буду я платить эти деньги. Это ты должна платить. Кто тебя заставлял? А где вы дрель-то взяли? А кто тебя заставлял эту свою клиентку? Извините меня, я свободный мужчина. Свободный? А ничего, что ты обещал на мне жениться, нет? И что теперь? Нет, я свободный мужчина, я сказал. Так, Алексей Романович, а это вот у вас автосервис, да? Все верно. Так, а вот... Какие услуги-то вы оказываете в автосервисе? У вас какой-то расширенный перечень? Видите? Какие интимные? Хватит уже. Вы не только автомобили ремонтируете, я так понимаю, да? Нет, почему? Только автомобили. Да? Все верно. Так, и дрель, я так понимаю, без присмотра оставляете, да, в своем автосервисе? Я просто, извините меня, не думал, что будут такие гости. Угу. Вот. Ну, рассказывайте, как так получилось-то? Познакомились мы с Дианой как бы давно. Все было поначалу, все просто, мне все нравилось, все, вот эта страсть, эмоции, все дела. Но потом началось просто сумасшествие. Она мне просто не давала пройти, ревность, вот это все. Я сказал ей, говорю, все, мы расстаемся, говорю, я больше терпеть такого не буду. Угу, ничего, что мы с тобой планы на будущее строили, что это ты собиралась там на мне сама себе нафантазировала, ну, ничего не будет с тобой. Это сейчас ты так говоришь. Нет, нет. Угу. В общем, я ей сказал, говорю, мы расстаемся. Она начала за мной следить, караулить меня везде, смс-ки, звонки, всех достала, родителей, знакомых, всех абсолютно. Пока я уже жестко ей, более жесткой форме, сказал, отстань, пожалуйста, от меня. Она, в общем, начала еще больше за мной следить. Ну и, как вы уже слышали, поймала меня с другой, как бы, девушкой. Ну а что, то извините есть вы с ней меня... уже расстались на тот момент? Расстались, да. А чего же ключ-то от автосервиса не забрали? Блин, ну я... Да, как-то... внимание, вопрос, почему? Ну, может, все-таки не расстались? Или замочки бы сменили у себя. А может, тебе просто удобно было? Нет, и меня, нет. И своих клиенточек иметь, да? По очереди, для разнообразия, может, удобно все, было? Все, хватит, хватит. Забыл я про этот ключ, Ваша честь, забыл. Угу. В общем... Я ей все высказал, что мы с тобой больше не пара. И она меня поймала, как я уже сказал, с другой девушкой. В общем, я подставила она меня жестко перед этой клиенткой. Угу. Я эту машину месяц вылизывал, к выставке ее готовил. А вот эта истеричка взяла все и испоганила, извините меня. Еле я перед клиенткой, честно, оправдался на самом деле. Вот, поэтому я считаю, что эти деньги, 500 тысяч, должна платить именно она, но не я. Вот, да? У меня все, Ваша честь. А да. где я возьму эти деньги? Не знаю, где твои, я возьму 500 тысяч? Ваша честь, я прошу прощения, но я работаю продавцом в салоне мобильной связи. У меня зарплата 35 тысяч. Вот справка, да, о доходах моих. Понимаете, я, слава богу, передавайте сейчас с мамой живу. Передавайте мне справку, приставу, я живу с мамой, и что там еще? Приговор в отношении да, вас? Да, да, да. Давайте. И, знаете, мне еле-еле на жизнь хватает, потому что мама меня заставляет и за ЖКХ платить, и за мобильный телефон. Диана я Владиславовна, плачу, вот чтобы портить дорогие автомобили, надо иметь зарплату вот не 35 тысяч рублей. Ваша честь, при такой зарплате вот вам... Ну, я была в состоянии аффекта, понимаете? Ну, это какого эмоции. Аффекта? Какого аффекта вы ночью пробрались? Ну, как так увлеклись, же? Что дырок наделали на 500 тысяч рублей? То он меня оскорбил. Какой он аффект? Меня унизил. Ваша честь, унизил. Понимаете? Автомобиль-то который... чужой здесь при чем? Но если я любила этого человека, что я могла сделать в этой ситуации? Вот любовь зла. Так... Илья Борисович. А чужие автомобили ваша любовь портить точно право не дает. Я очень прошу прощения. А может быть, вы можете мне как-то помочь? Суд удаляется для принятия решения. Помочь я, к сожалению, никак не смогу, потому что вас подали в суд именно компания, которую я представляю. Илья Борисович, я это все понимаю. Пожалуйста, компания. Держите дистанцию. Я держу. Я понимаю. Я вижу, что просто вы хороший человек, понимаете? А я абсолютно все готова, ваш честь. Простите. Илья Борисович, видите как? Дело в том, что я очень многое могу, правда. Я для того, чтобы с а этим долгом... А как вы отрабатывать собираетесь? На мое место встать хотите? Нет, ну ни в коем случае. Я любыми способами. Я у правда вас, у вас от есть души. Молодой человек, который вам нет, доверяет у него ключ человека. От целого автосервиса. Какой автосервиса? Он не молодой человек? Пусть я он вас... за вас так, платит. Прошу всех садиться, ответчица, займите свое место. Оглашается решение суда.
Суд, рассмотрев материалы дела, заслушав позиции сторон и оценив в совокупности все представленные суду доказательства, решил заявленный иск удовлетворить. Взыскать с ответчицы в пользу страховой компании 500 тысяч рублей в порядке суброгации. Ответчица приговором суда признана виновной в умышленном причинении вреда чужому имуществу. Автомобиль, который испортила ответчица, был застрахован, и страховая компания выплатила собственнику автомобиля в счет возмещения ущерба 500 тысяч рублей. И теперь у страховщика в силу закона есть право требовать с ответчицы, как с виновного лица в порядке суброгации, всю сумму возмещенного ущерба. Поэтому суд удовлетворяет иск в полном объеме. Спасибо, Ваша честь. Это все дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить. Компания решением суда удовлетворена, следовательно, все остались довольны. Это полный атас. Какие 500 тысяч, откуда я их возьму? Леша, ты во всем виноват. Сам надо было думать, что ты делаешь. Да, суд, тебе суд, надо было думать, кем ты спишь. Суд, конечно, нет, ты должен в этом тоже участвовать. Ты тоже должен заплатить. Это Дмитрий Агрис. Нельзя исправлять последствия одного преступления, совершая другое. С ним расслабляются. А что ж вы долго-то не списали, как обещали? А я и не обещал. А зря. Ваша позиция чем-то подтверждена, кроме вашего личного мнения? С личным мнением в суд не ходят. А это Николай Бурделов. Нравственность прежде всего. Именно нравственность является основой общества. Его боятся. Оштрафуют. И напрасно. Требуют не вернуть деньги, а возместить обиду. Это разные вещи. Не пропустите «Дела судебные. Деньги верните» на нашем телеканале.